С вами канал Улица Москвы, и в этом выпуске прогуляемся по Хвалынскому бульвару от улицы Привольная до Лермонтовского проспекта. Это район Выхино-Жулебино. Здесь мы пересечем Жулебинский бульвар. Это еще одна часть его. Что-то думал, что он только от Саранской начинается. Ну ладно, ничего. Железинский пересняк. Продолжаем движение дальше в направлении Лермонтовского проспекта. Сейчас послушаем, что это. Хороший погожий денек. Я думаю, один из последних таковых в нынешнем году. Все-таки уже октябрь заканчивается. Сейчас где-то около плюс 15, то есть значительно выше климатической нормы. Плюс светит вовсю солнышко. Очень приятно гулять. Здесь, наверное, отделение внутренних дел.
отдел Жулебинский по району выхода Жулебина.